Сегодня нам подарили вот такой замечательный подарок, флипчарт. Теперь мы просто сразу наглядно записываем, что, кому, какие назначения по лечению кошкам. Это, ну, не знаю, может, кто-то скажет, это прошлый век, но для меня это очень-очень удобно. Да, потому что вот наши тут детки сидят. Да, это наша, да, Симочка, бобтейл теперь она. Он тоже лечится. Да, Глазго завтра поедет в клинику. Вася, Вась, повернись. О, Вась в своем репертуаре. И наша вот такая вот Височка. У нее нет ни одного зубика. Не спрашивайте, где они делись, потому что к нам она уже попала вот такой вот без зубиков. Но она очень нежная кошечка. И попала к нам очень худенько. Сейчас она поправилась хорошо. Очень нежная такая, да, Виса? Ну, еще раз показываю. Наш флипчарт. Ура! Он у нас есть.